Итак, уже, наверное, 10-я партия. Игорек, давай, Игорек, не подведи. Гоша. Какой Гоша? Ну, Игорёк, Гоша. Ага. Почему ты не Ну пошел d4? Уникальная же идея. да. Да, безусловно, уникальная по своей тупости. Что Гоша делает? Использует ослабленный пункт G5. Гоша мудр. Откуда ты знал, что он выбьет? Ну, я ничего не теряю. Ты прочувствовал? Наверное. Ты сейчас мат дашь, по-моему. Все, что ли? Почему все, лишняя пешка? Всего, да? Там ты просто с промежутком же бьешь. А, он Ну решил или отдать фигня. фигуру. Оу. Веселый Игорек. Он даже веселее меня. Ну бей на d2. Ешь вообще все у Игорька. Вот мне кажется, он будет до конца играть. Почувствовал, да? Я думаю, да, он. Ну, парень такой вот, знаешь, характерный. Вот видишь, он мат идет выдавать. Сейчас даст, ведь смотри. Ну нет, ты убиваешь его. Это такая тонкая ловушка на FG, эффект G6. Неожиданно личный шаг. Ты оценил? Да, я потрясен. У нас лишняя ладья, Игорю. Все, давай, руби флаг, это не флаг, руби, пьешь пешки, веди ферзей. Вот Игорек будет до конца играть. Просто он не знает, где кнопка сдаться. Вот видишь, он играет, он борется, он ищет. Отлично, я даже ему отдам все пешки, пусть собирает. Тебя учили в детстве, что нельзя сдаваться? Да. Вот. Игорька тоже. Че ты делаешь? А ты поймал, отрезал, а? Вот сейчас Игорек подумает о том, чтобы нарушить это правило. О, Игорек нашел выход. Ладья на d7. Ну нет. Парень шел к успеху. Смотри. Он стремился. B6. B7.